Взаимопонимание, любовь и верность традициям – три кита, на которых выросла семья Фахрутдиновых. Супруги познакомились больше 20 лет назад. Видная и красивая Инна приглянулась Рамису сразу. Нежное чувство долго не проверяли, поженились через год. 2 февраля супружеская пара отметит очередную годовщину – 16 лет счастливой семейной жизни. На самом деле, знали-то давно друг друга, но не оставлял попыток напомнить о себе всегда. В том, что семья будет полной и многодетной, не сомневались. Через полгода после бракосочетания родился первенец – Самир. А позже еще трое братьев – Тагир, Давлат и Ибрагим. Глава семейства с улыбкой признается – ждали девочку. А супруга подбадривает – главное, что все малыши родились здоровыми и крепкими. Родители оберегают мальчишек от всех невзгод, учат доброму и вечному, знакомят с историей своего рода, прививают национальные и культурные ценности. А так как наша семья является многонациональной, вот в первую очередь мы соблюдаем традиции наших бабушек. Это вот ежегодный праздник Курбан-Байрам, знаете, наверное. Вот они собирают столы, взрослые поколения более читают молитвы, ну и так далее сами. Конечно, детьми нужно заниматься. Обязательно. Тут в первую очередь работа родителей. Только родители должны, от родителей все зависит. Какие дети вырастут. Чем больше вложите, тем больше на выход получится. Семейные ценности, традиции и лучшие качества передают по наследству. Если любить, то до конца, а делать только на совесть. В пример – успехи сыновей. Самир увлекается шахматами. Первую партию сыграл с папой, а после научил и братьев. Сейчас в комнате мальчика целая полка с наградами и кубками. И за каждым трофеем – поддержка и внимание родителей. А вот этот кубок я получил еще, когда я был в классе 3-м или 2-м. Это я играл за, так сказать, ну, за парк Матросова. Вот, там я занял, по-моему, 1-е место. Также у меня значки ГТО есть. Я сдал на золото. В прошлом году сдавал весной, по-моему. Вот, еще часть медалей за футбол есть. Футболом я 5 лет занимаюсь. Шахматами почти 9 лет занимаюсь. Самир на правах старшего брата является примером для младших. Общих увлечений масса – катание на лыжах и сноуборде, настольные игры и путешествия. Да и обычные детские забавы ребятам не чужды. Время от времени мальчики любят поиграть в приставку и скоротать вечер за просмотром фильма. Компанию им составляют не только родители, но и домашние питомцы. В этом году в семье пополнение. Ибрагим вместо конфет попросил у Деда Мороза шиншиллу. У нее есть большая клетка, она там играет, ест, по колесу бегает, у нее есть спальня там, лежанка. Мак. Ну вот все. У нее есть еще купальня, в котором она в песке купается. Да. Фахрутдиновы – гордость Ульяновской области. В прошлом году стали семьей года. Однако все их семейные реликвии не потрогать руками. Разве что медали и благодарственные письма. Главное – любовь, поддержка и вера друг в друга. И за этим целая жизнь. Аналогичным ценностям посвящен 2024 год, год семьи. Череду тематических мероприятий откроет праздник, посвященный Дню Ульяновской области. Годовщину посвятят ценностям и секретам домашнего уклада жителей региона. Александра Никитина и Олег Тоньшин. Управда ТВ.